Всем привет! И сегодня хотим рассказать о новинках 2022 года от компании Nash. Создатели концепции люлька в карповых матах, компания Nash разработала новый мат на ножках High Protect для еще большей безопасности карпа. В линейке представлено два мата, это Monster и Standard, который мы с вами разберем чуть позже. Размеры Monster 120 см длиною и 70 см шириною. Вес мата 4,7 кг. Маты выполнены в уникальном камуфляжном цвете. В верхней части матов располагается крышка. Во внутренней части мата два дна. Первый выполнен из полиэстера и не пропускает воду. Если мы уберем первое дно, оно на липучках, то мы с вами добираемся до второго, которое выполнено с дренажными отверстиями и дополнительно усилено. Если вам не нужно первое дно, вы его можете убрать от липучек, собрать и закрепить, чтобы оно вам не мешало. По периметру мат выполнен из мягкого наполнителя. Это сделано для того, чтобы даже самый бойкий карп не смог себя травмировать. Как я уже говорил, мат выполнен на ножках. И каждая ножка регулируется. Это сделано для того, чтобы на любом берегу вы смогли его выровнять. Также ножки позволяют поднять мат максимально высоко. При фотосессии, когда у нас очень крупная особь, мы можем убрать ноги под мат, а держать рыбу над матом. Тем самым мы снизим нагрузку при фотосессии со спины. Итак, давайте соберем мат стандартных размеров. Вот так выглядит мат в сложенном состоянии. Дополнительно крепится, чтобы при перевозке он у вас не раскладывался. Итак, начнем. Выпрямляем раму. Разгибаем ножки, после чего мат необходимо натянуть на раму. И только после этого действия начинаем мат крепить к раме. Обязательно для того, чтобы раму усилить, необходимо ремень прогнать через ножки. Регулировочными ремнями можно мат подтянуть на раме. Сильно особо не надо, но так, чтобы мат мог с периметра не спадать. Здесь у нас заводской комплектации ремни еще не отрегулированы. Застегнули и чуть подтянули. Мат готов к приему самых крупных карпов. Давайте посмотрим, на какую высоту поднимаются ножки. Ножки одним движением регулируются. Нажали кнопку и вытаскиваем. Все, где мой карп? Размеры стандартного мата 100 см длиною и 60 шириною. Вес мата 4 кг. We'll be right back.
Итак, друзья, это был обзор карповых матов High Protect Monster и Standard. Давайте напомню размеры. Размеры карпового мата Monster 120 см длиною и 70 шириною, вес 4,7 кг. Размеры стандартного 100 см длиною и 60 шириною, вес 4 кг. Всем пока! Также регулировочные ремни можно натянуть не особо сильно, но так, чтобы рама... Не рама,